всегда на стройке к тебе придет какой-нибудь песик. Откуда они берутся? Привет, друзья, меня зовут Лошкарев Андрей, это проект «Все по-моему на стройке». Сегодня я приехал на интересный объект чем? Это клееный брус, дом из клееного бруса большой, 300 квадратных метров. Дом прямоугольный, сейчас я вам покажу. По своей форме практически квадратный. То есть вот эта сторона, она примерно равна вот этой стороне. Наша часть работы и причина моего визита сюда – это крыша. Застройщик, владелец этого дома, так как у него дом прямоугольный, понятно, что единственный вид крыши, который ему подойдет, это шатровая или вальмовая крыша. В общем, это будет такая пирамидка. Так, сейчас покажу вам проект. Покажу внешний вид дома. Так, это балки. Вот так будет выглядеть крыша. Вот такая у нас пирамидка, шатровая крыша. Здесь у нас имеются вот такие балки, несущие балки, клееные балки, 10-метровые по длине. Так как дом у нас достаточно широкий, угол крыши поэтому маленький, 17 градусов. Если бы угол был бы крыши больше, то у нас получилась бы такая башня. То есть крыша у нас такая приплюснутая, заниженная. Вот, друзья, так что площадь у нас порядка 250 квадратных метров. Рассчитываем, что монтажники соберут за 10 рабочих дней. Вот, сколько получится календарных, это все на волю погоды, так сказать. Это первый дом в России, дом из клееного бруса, на котором будет смонтирована теплая СИП-крыша заводского изготовления. Сегодня у нас здесь первый рабочий день. Сегодня, точнее вчера привезли комплект крыши, сегодня начался монтаж. Сегодня ребята установят маурлат. Ну, это их первая задача, и поднимут все тяжелые клееные балки наверх с помощью крана. Как я вам уже показывал в проекте, здесь есть 4 большие 10-метровые клееные балки, которые образуют как бы в конструкции пирамидку. Это самые тяжелые элементы, и мы видим на балке, видите, такие вырезы. Это запилы, которые будут опираться на стены. Итак, работы по клееному брусу были закончены до вот этой белого торчащего уплотнителя. Сверху уже вот последняя балка, это уже маурлат. Это уже из домокомплекта СИП. Вот он. Он идет вот под таким скошенным углом. На него уже придет уже крыша из СИП-панелей. Вот этот элемент тоже из комплекта. А там ничего не лежит? Там... Каким образом заказчик выбрал и почему выбрал СИП-крышу для дома из клееного бруса? Ведь в основном крыши делают из из досок и делают каркасным. Все дело в том, что когда мы хотим себе построить дом,
мы делаем, у нас сразу выбор, из чего построить дом. Из кирпича, из газобетона, из клееного бруса, каркасный, СИП, из дюрюсола, из велокса, из несъемной пенополистирольной опалубки, из арболита. Куча технологий, но это все технологии не строительства дома, а строительства стен дома. И зачастую мы, выбирая для себя материал для стен, забываем про все остальное. Но дом – это целая система материалов. Выбирая технологию для стен, мы забываем про крышу. И делаем ее все каркасными. И получается, что вы строите себе, например, дом из клееного бруса, а крыша у вас каркасная. Вы строите дом из кирпича, а крыша у вас каркасная. Вы строите дом из газобетона, крыша у вас каркасная. И как-то никто не задумывался об альтернативе. Почему вы, например, строите стены из кирпича? Потому что вы хотите надежные, крутые, классные, теплые стены. Почему вы не строите каркасный дом? Потому что вы думаете, что он хлюпкий, он не настолько теплый, как кирпич и так далее, и так далее. Но крышу для кирпичного дома вы делаете каркасную. Странно. Да, если спросить человека, что такое качественная дорогая крыша, как правило, все начнут перечислять материалы отделки. Скажут, цементно-песчаная черепица или мягкая черепица. Но это лишь кровельный материал, точнее, отделочный материал. Точно так же, как наружная отделка стен. Например, соседний дом, соседнее здание у нас, мы видим, отделано имитатором бруса. Имитатором. Но мы же не говорим, что мы построим себе дом из имитатора бруса. Мы говорим, что мы построим себе дом каркасный, а отделаем его имитатором. Или мы построим себе, например, дом из газобетона и отделаем его имитатором. Внешне эти дома будут одинаковые, но внутри стены совершенно разная сущность. Так вот, почему-то про крышу все забыли. Никто не выбирает технологию строительства самой крыши, из каких материалов будет состоять сама крыша внутри. А это важно, потому что то, насколько она долго простоит, то, насколько она будет теплой, в первую очередь зависит именно от внутренних составляющих крыши, а не от кровельного покрытия. От кровельного покрытия тоже много зависит. И от его долговечности будет зависеть то, насколько там крышу будет защищать от осадков этот кровельный материал. Выбор технологии строительства крыши – это выбор того, что находится внутри крыши, а не снаружи. Так вот, СИП-крыша – это и как раз-таки внутренняя составляющая крыши. Снаружи здесь будет мягкая черепица. И внешне люди, которые посмотрят на эту крышу, они скажут, о, так это же крыша сделана, это же мягкая черепица, это хорошая, крутая, дорогая крыша. Но внутри никто не будет даже знать, что внутри. А внутри у нас будет находиться СИП. Итак, друзья, каркасные крыши – это как каркасные стены. Это хорошее, проверенное временем решение. Но что, если вы хотите лучше? Если вы хотите каких-то других характеристик, то улучшенных характеристик от своей крыши. Здесь на сцену выходят другие решения и другие предложения. Так же, как и со стенами. Что дает СИП-крыша по сравнению с каркасом? Это конструктор. Он собирается как лего. Балки и панели друг в друга вставляются, никаких пленок, никаких ветрозащит и мембран, никакого вкладывания утеплителя. Все уже вклеено на заводе, только собирай. Проконтролировать непосредственно сам монтаж гораздо легче, чем сборку каркасной крыши всей целиком. Плюс здесь в качестве утеплителя используется очень эффективный утеплитель пенополистирол. Он жесткий плитный материал. Что это вам дает? Во-первых, он не боится намокнуть. Если обычный утеплитель намочить, вы знаете, во что он превращается. То есть, если, не дай бог, на вашей крыше по какой-то причине произошла протечка, кобздец, меняй утеплитель, все надо вскрывать, все разбирать и так далее. Здесь же протечка произошла, высохла, забыли о протечке, все, не надо ничего разбирать, пенополистиролу абсолютно все равно. Плюс, как мы знаем, плитные утеплители, мягкие плитные утеплители, они со временем оседают. Здесь же такого нету.
долговечно, долгосрочно. Очевидный плюс, очевидный. Еще один плюс сипов, сип-крыши. Вот на моей практике это было неоднократно. Когда мы сделали крышу, нам звонит клиент, говорит, выведи нам, пожалуйста, трубу, выведи нам, пожалуйста, вентиляцию. Теперь вот здесь тоже. Соответственно, нужно дырявить крышу. Как дыряется каркасная крыша? Нужно продырявить кучу слоев, то есть пароизоляцию продырявить, утеплитель продырявить, мембрану продырявить, кровельное покрытие продырявить. Когда вы вот в это отверстие, которое продыряли, засовываете, например, трубу, то ее нужно определенным образом со всеми слоями состыковать, то есть проклеить пароизоляцию, стык пароизоляции трубы, утеплитель плотно, плотненько обложить утеплителем трубу, иначе там будет просто дыра и щель, и мембрану тоже нужно проклеить. Соответственно, сделать это качественно может не каждый. Профессиональных кровельщиков вообще редкость, когда они попадаются на стройках. В основном крыши делают люди, которые просто их умеют делать волей случая. Соответственно, никто это не делает, никто не парится. Они просто прорезали пленку, прорезали, просверлили дырку, просунули трубу, все, больше ничего не делают. Там течет конденсат, там скапливается влага, происходят и протечки такие, что течет просто внутрь дома. Короче, куча проблем. С сип-крышей такого нету. Вы представляете, что просто взять... просверлить отверстие и все, просунуть трубу. Все. Это может сделать абсолютно любой. Не нужно звать профессионалов, если их рядом нету. Это может, можно сделать самостоятельно, можно позвать какого-то рабочего, который не обязательно кровельщика. Это огромный плюс сипов, что их можно ковырять, дырявить в любом месте без особых последствий. Вот и владелец этого дома, подумав сердцем, выбрал в качестве стен клееный брус. И подумав головой, взвесив все за и против сиповых крыш, выбрал их по сравнению с каркасными. Ну а у нас, друзья, монтаж основных балок закончен. Ребята подняли все наверх, сделали все 4 здоровенные балки. Они их закрепили, закрутили. В следующем сюжете начнется непосредственный монтаж сип-панелей. Я позову квадрокоптер, потому что гораздо понятнее будет и зрелищнее смотреть, как монтируются сип-панели сверху, нежели я вам тут снизу рассказываю. Все, друзья, готовьте вопросы о клееном брусе. Что надо, я вам здесь загляну, покажу. И готовьте вопросы по крыше, если они у вас возникают. Увидимся в следующей серии. С вами был Оскарев Андрей. До скорых встреч. Пока. Это крыша соседнего дома. Я вам сейчас расскажу вообще про то, что здесь настроено, какие объекты, какие дома здесь построены, какие есть постройки на этом участке. Но, как вы видите, соседнее строение находится очень рядом, и крыша, балки просто уперлись в крышу. Их пришлось прилично подрезать. Почему, собственно, так получилось с балкой? Все дело в том, что заказчик, владелец этого дома, обратился за крышей, обратился с проектом дома из клееного бруса. Самого дома не было. И основываясь...